ребята, всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу вот об этой вот фанатской продукции компании Xiaomi. Это у нас Bluetooth колонка, ну вы уже поняли это из названия. Это такая вот маленькая колонка, я в принципе отношу ее вот к этой категории, к фанатской продукции компании, ну потому что она такая выполнена вот в стиле логотипа компании Xiaomi, вот такой кролик, коммунист в шапке, ушанке. Довольно-таки интересная штуковина, она маленькая, вот она всего размера с ладошку, в принципе не сильно она тяжелая. Что у нас из органов управления здесь есть? Сзади вот у нас у него в голове находится динамик, по-моему он 3-ваттный здесь. Снизу здесь в ноге у него находится слот под microSD карточку, это большой плюс, я считаю, что есть такая штука. А то многие Bluetooth колонки просто не имеют такого, просто работают от смартфона либо же какого-то еще устройства. Здесь у нас тут 5 кнопок у него на сумке нарисованы, как бы кажется, как будто нарисованы, да, а на самом деле это кнопки. Здесь вот у него, смотрите, звезда, она горит во время зарядки, так моргает периодически, ну она горит во время воспроизведения музыки. Также у него светятся уши у него во время проигрывания музыки, в зависимости от откуда идет источник звука, либо отсюда горят красным цветом, если по Bluetooth они горят синим цветом. Так, ну что, в принципе, не забыл сказать, заряжается она, смотрите, вот здесь указано 5 вольт 500 миллиампер, то есть это параметры абсолютно любого USB порта вашего компьютера, то есть можно заряжать от компьютера. У меня он заряжался чуть более двух часов, и заявлена здесь батарея 350 мАч, но он у меня себя принял, вот показания тестера, сейчас вам покажу, принял больше, то есть вот 576 мА, не знаю почему так, ну больше, это когда больше показывает, а только добавляет плюсов устройству. Также производитель заявляет, что данное устройство будет работать 3 часа. Это действительно так. У меня он, колонка проработала на максимальной громкости 3 часа 19 минут. Я это специально засекал, прям с точностью до секунды. Вот у меня она проработала 3 часа 19 минут. И это, в принципе, я считаю большим плюсом для такой маленькой колонки. И так долго она работает. Ну, громкость, в принципе, достаточная. Так, что у нас, как она у нас работает? Давайте попробуем. Включается она у нас следующим образом. Вот эта кнопка Play, она зажимается. И происходит включение устройства. Вот смотрите, он сейчас что-то по-китайски произносит. И вот уши начинают моргать у него. Это значит, что устройство готово у нас к сопряжению с каким-то устройством звука. Давайте вот подключимся к смартфону. Так, включаем Bluetooth. Вот оно, наше устройство. Происходит сопряжение, нету никаких разрешений тут нажимать не надо, просто сопряжение и все. И оно должно заработать. Все, сейчас оно что-то там еще должно произнести. Все, устройство подключено. Что-то тут на полной громкости уже стоит. Давайте пока выключим. Нажмем на паузу. Вот таким вот образом. Также оно управляется у нас с устройства. Так, где у нас тут музыка? Вот смотрите, нажимаем на play, здесь у нас тоже музыка пошла. Также громкость, смотрите, прибавляется этой кнопкой. Вот у нас шкала бежит, видите, да? И вот эта вот кнопка, она здесь не работает, когда подключена. Вот эта кнопка папки, она работает только, когда музыка воспроизводится с microSD карточки. То есть, ну я думаю, вам, в принципе, понятно. Play-пауза понятно. Вот она включается, выключается. Чтобы перемотать песню, допустим, нам нужно какую-то другую включить. Включаем заново музыку. Просто зажимаем кнопку, куда нам нужно перемотать. Вперед. Просто держим, она переключается. То есть, вот сейчас другая уже мелодия у нас. Давайте еще раз попробуем. Вот следующая включилась. То есть вот таким вот образом все это происходит. Переключение на microSD карточку у нас происходит следующим образом. Нажимаем на кнопочку M, это, ну, я так понимаю, memory. Вот видите, уши загорелись красным цветом. И все, музыка пошла у нас теперь с карточки.
То есть вот эта кнопка, здесь можно ей управлять. То есть на карточку можно накидать, допустим, несколько папок сделать с разными, допустим, типами там, музыки, и между ними переключаться. То есть громкость здесь в этом же случае также работает. То есть он также добавляется, также перематывается. Если у вас, допустим, какая-то стоит папка, она начинает играть песни с этой папки. То есть какая в данный момент папка включена, она, получается, играет с нее. Она не будет ее проигрывать до бесконечности, то есть до конца дошло, она переключается на следующую папку. То есть вот сколько у вас песен в папке, допустим, было, там здесь она проиграла последнюю, переключила, переходит в следующую папку. Ну, между папками можно вот таким вот образом. Вот, переключение происходит. Также здесь можно переключать песни. Нажимаем еще раз. Она переключилась опять в другую папку. То есть вот таким вот образом это все работает. В принципе, давайте сейчас включу вам на максимальную громкость. Ну, камера, конечно, того эффекта не передаст, но поверьте мне, вот даже в большой комнате я нахожусь. В принципе, нормальный звук, довольно-таки качественный. Крепений никаких нету. На максимальной громкости работает отлично, динамик справляется, ничего не хрипит, все абсолютно без проблем играет, поэтому можете смело заказывать, кому нравится вот такая вот интересная, ну, сувенирная продукция, как я уже сказал, для, я считаю, что это, ну, сувенирная продукция для фанатов компании. То есть, ну, вот прикольно на свете, когда стоит, можно к ноутбуку ее подключить, и она будет явно громче играть, чем у колонки в ноутбуке. Это там обычно динамики слабенькие стоят. А здесь вот можно вот эту штуку использовать. Вот таким вот образом. Эта колонка, кстати, будет разыгрываться. Сегодня на канале моего друга Станислава. Канал называется Схематик. Она там будет разыгрываться. Также там будет разыгрываться вот, такие, вот такой вот фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2. И колонка, ой, не колонка, и еще будет там пауэрбанк на 10 тысяч мАч. Сегодня должно у него это видео выйти. Ну, возможно, мы одновременно их выложим, эти видео, вот это, которое вы сейчас смотрите, и его видео. Так что заходите к нему на канал, и кто-то может стать счастливым обладателем вот такой вот прикольной колонки. Колонка эта мне пришла с магазина GearBest, кстати. На AliExpress они стоят дороже. Вот я не знаю почему, вот эта вся продукция Xiaomi, те же наушники, пауэрбанки всевозможные, они стоят на GearBest дешевле. Уж я не знаю почему, то ли продавцы на AliExpress так дико борзеют, то ли, ну, возможно, они как-то работают напрямую прям с компанией, скорее всего, так и есть, наверное, и берут там у них дешевле, поэтому такая цена на GearBest. Колонка стоит там что-то сейчас около 1460, что ли, рублей, 23.30, по-моему, в долларах это я смотрел сегодня. Так что, если кому, ребята, нравится, переходите, смотрите, заказывайте, переходите на канал Станислава, там она будет разыгрываться, по-моему, он сказал мне, 5 дней будет длиться розыгрыш. И вот кто-то может стать счастливым обладателем этого девайса. Я на этом с вами, наверное, ребята, попрощаюсь, скажу до свидания, до следующей встречи, всем пока, еще увидимся.